Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. 20 пострадавших, один погиб. На Ореде пожар сегодня охватил двухэтажную пристройку и перекинулся на общежитие. Сочи получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр города на планерном совещании. Проект концепции развития Головинки утвержден. Комплексное изменение поселка глава Сочи обсудил с местными жителями. Лучшие последователи хартии «Я люблю Сочи» готовятся ко дню города. В 15-й гимназии решили подарить добро и привлечь учеников в библиотеку. Пожар на Ореде тушили 11 пожарных расчетов. Огонь вспыхнул сегодня в начале 10 утра в двухэтажной пристройке на улице Чебрикова, 38. Он быстро перекинулся на соседнее общежитие. Из дома спасатели эвакуировали 50 человек. Огонь охватил почти 300 квадратных метров. Из-за задымления помещений жильцов общежития пришлось эвакуировать из окон. Тех, кто надышался угарным газом и не мог идти сам, выносили на руках и носилках. По предварительным данным, пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Один человек погиб. Это 70-летняя женщина. По словам местных жителей, возможными виновниками пожара могли стать беспризорные пьяницы, которых часто видели в пристройке. Кто там чего ночевал, я не знаю. Ну вот видите, что делается, ужас ведь. А. Ну, некуда деваться. Я вот в окошко вытащили, и все, и босиком даже. В целом, в тушении возгорания были задействованы 92 человека и 30 единиц техники. В причинах возгорания будет разбираться следствие. Людям сейчас главное не остаться один на один со своей бедой. Оставим это видео без комментариев. На место пожара выехал и глава Сочи Анатолий Пахомов отметил, что отремонтировать дом постараются за 2 недели. Как стало понятно из осмотра, больше всего пострадали от огня деревянные стояки. Ремонт коридоров также не должен занять много времени. За счет средств бюджета отремонтируем полностью вот то, что сгорело. Это с первого по пятый этаж. Да? С первого по пятый этаж, да. И отремонтируем все те комнаты, которые подверглись вот, значит, этой ситуации. Да. Полному уничтожению. Да. Жители обратились к главе курорта с просьбой помочь восстановить документы, утерянные в огне. Анатолий Пахомов отметил, что соответствующим службам уже даны рекомендации всячески помогать погорельцам. Ряд квартир в доме находится в частной, ряд в муниципальной собственности. Пострадавших в пожаре людей временно разместили в пансионате «Нева Интернешнл» на улице Виноградной. На месте пожара также работает городская межведомственная комиссия, которая должна определить сумму ущерба. Об этом глава Сочи сообщил на планерном совещании. Обсудили и коммунальные темы. Сочи получил паспорт готовности к отопительному сезону. А вот резкой критике подверглась деятельность управляющих компаний и сотрудников абонентского отдела спецавтохозяйства по уборке города. Обо всем по порядку в материале Елены Овсециной. Абонентский отдел спецавтохозяйства работает плохо. К такому выводу пришли в администрации города, поскольку только 75% населения платит за вывоз мусора. Эту ситуацию нужно срочно менять, считает глава города, иначе городская казна теряет 963 миллиона рублей в год. Большие претензии к управляющим компаниям, в частности «Краю-5» и «Возрождение». Итоги субботника неудовлетворительные. Сами люди не выходят на уборку своих придомовых территорий, но и организовать штатных дворников на работу более ответственно
ответственную и качественную получается не у всех управляющих компаний. За прошедшие 2 месяца выписано 200 протоколов от управления административной инспекции. Но и штрафы проблему мало решают. Я повторяю для всех глав районов. У вас вы обязаны каждое утро пройти вместе с закрепленными за улицами, зайти во дворы и проверить, как работают управляющие компании по уборке дворов, проверить, как работает дирекция по уборке общественных мест. Вы это обязаны делать каждый день. Раз в неделю вы обязаны проводить планерки. Жильцам домов квитанции приходят вовремя, и люди исправно платят. А по факту оказывается, что числится в такой управляющей компании всего несколько человек, которые, конечно же, не справляются с объемом работы. Мэр попросил сотрудников полиции проверить их деятельность. А 17 ноября Анатолий Пахомов проведет повторную проверку в районе улицы Гагарина. Началась и активная инспекция гаражных комплексов с участием сотрудников полиции. В этом вопросе мэр тоже намерен поставить точку. Гаражи предназначены для машин, а если уж там живут люди, то они должны быть известны, по крайней мере, участковому, и обязательные условия подключения к центральной канализации. Но есть и хорошие новости. Продемонстрировал глава города собравшимся паспорт готовности к отопительному сезону. Он выдан краем. Сочи снова в лидерах по подготовке к зиме. Рассмотрели сегодня прогнозный план социально-экономического развития курорта на ближайшие годы. С учетом того, что Сочи стал официально полумиллионником. За последние 10 лет курорт 2 раза вырос экономически. Сейчас мы можем говорить, что пройдя вот этот постолимпийский 3-летний период, мы не провалились, не стали городом банкротов, а достигли того пика развития экономики, который был и в предолимпийский 13-й год. Это очень хорошо, потому что мы видим, что есть рабочие места, развитая сеть гостиничного фонда, модернизация всей системы позволила нам в том числе увеличить и транспортный поток, и транспортную проходимость. Прогнозный план – второй по важности документ после бюджета города. Разработанный документ стратегического планирования предполагает не только увеличение поступления в городскую казну, а еще и места в детском саду, количество врачей и учителей, а также прогнозы, сколько заработает реальный сектор экономики в различных отраслях. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Как развивается Красноармейский район, оценил глава региона. Рабочий день Вениамина Кондратьева прошел в муниципалитете. Губернатор посетил ведущие сельхозпредприятия района, а после по традиции провел встречу с активом. Участие в разговоре с жителями приняли вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств. По социально-экономическим показателям сегодня Красноармейский район относится к территории с уровнем развития ниже среднего, а в прошлом году опустился на 31-ю позицию среди всех муниципалитетов. Общественная палата Краснодарского края доказала свою эффективность и удалось обеспечить народный контроль и выстроить взаимодействие с гражданами, отметил губернатор Кубани на первом заседании нового созыва. После выборов состав палаты кардинально изменился. На встречу с Вениамином Кондратьевым общественники пришли с рядом предложений. О чем говорили, знают наши краснодарские коллеги. Состав общественной палаты Краснодарского края серьезно обновился. 60% ее членов впервые приступают к своим обязанностям. Среди новичков – представители волонтерских и благотворительных организаций, спортсмены, врачи, бизнесмены. Те, кто не понаслышке, знают о проблемах на местах. На встречу с губернатором они пришли с конкретными инициативами. В частности, о поддержке молодых ученых и помощи обманутым дольщикам. Вениамин Кондратьев подчеркнул особую роль общественной палаты. Сегодня должна быть более плотная такая смычка между народом и властью, депутатским корпусом. Тогда мы будем понимать и проблемы, которые реально сегодня в народе существуют. В том числе проблемы с фискальными органами. Не в ручном порядке сегодня гасить проблематику, а как сделать так, чтобы работала система. И мы на самом деле четко понимали, что происходит в нашем гражданском обществе. Консолидируется ли оно? Созидает ли оно? Должен быть общий механизм, который мы, друзья, должны создать, который будет нам позволять чувствовать эту проблематику. Важно, коллеги, чтобы вот общественная палата, она обеспечила прямой путь от людей, от проблем простых жителей края до самой высокой власти в нашем крае. И вот от того, насколько вы сможете поддержать, организовать этот общественный диалог, и зависит стабильность в нашем крае, экономическая, социальная, конечно, политическая.
По мнению председателя региональной общественной палаты Любови Поповой, в первую очередь необходимо усилить роль муниципальных отделений, освободить их от давления местных властей, чтобы они смогли эффективнее сообщать о существующих проблемах в городах и районах Кубани. В состав этих общественных советов входят иногда муниципальные служащие, а в ряде районов сам глава возглавляет этот совет. Ну, то есть получается, что общественные советы муниципалитета контролирует глава сам себя. Да? В этом есть противоречие. Еще одна из важнейших задач общественной палаты – помогать молодым специалистам выдвигаться на гранты. На встрече зашла речь о сохранении материальной поддержки на фундаментальные исследования начинающих ученых. Дело в том, что сейчас это считается нецелевым расходованием краевых бюджетных денег. При этом по закону без регионального софинансирования уже Российский фонд фундаментальных исследований не может выделить грант. Вениамин Кондратьев пообещал найти выход из ситуации. Ваше поручение в части вот 28 миллионов выделили на научные исследования, на гранты РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований. Они сейчас свернуты. Да, действительно, такая проблема есть. Но здесь у нас не только вопрос по грантам, по РФФИ. Там у нас в целом, мы вот с Анной Алексеевной проводили совещание по перезагрузке взаимоотношений, координации работы края с наукой. Ну, то, что молодые ученые должны гранты получить, это однозначно. Поэтому давайте вопрос по молодым ученым, по грантам. Я считаю, он закрыт. Коллеги, он закрыт. 28 миллионов – это не те деньги. Если мы не найдем... Я даже не хочу рассматривать. Еще раз, тема должна быть закрыта. Тесное сотрудничество между общественной палатой и чиновниками всех уровней необходимо налаживать и в вопросах обманутых дольщиков, акцентировал внимание Вениамин Кондратьев. Общественники часто встречаются и помогают людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Я не удовлетворен сегодня работой и мэров, и своих коллег в отношении тех, кто сегодня пострадал от горя застройщиков. Люди отдали свои деньги. И ни деньги не могут получить, ни квартиры. А тот, кто должен выполнить свои обязательства перед дольщиками, спокойно разгуливает на свободе, еще и пытается врать и хихикать. И над дольщиками, и над властью. Вот такая работа, она мне не нужна. Я постараюсь на этой неделе встретиться с представителями лично уже обманутых дольщиков еще раз. И понять, где пробуксовка. Для более эффективной деятельности региональной палаты губернатор также предложил общественникам активнее привлекать некоммерческие организации к работам социальной значимости. Зачастую именно у них получается делать это лучше. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Проект градостроительной концепции развития Головинки утвержден. Комплексное изменение поселка глава Сочи обсудил с местными жителями и дал старт грандиозным преобразованиям. Торгово-развлекательные и спортивные центры, кафе и рестораны, курортный парк с субтропической растительностью, централизованная парковка, аквапарк и оздоровительный комплекс. Всего около 30 объектов. Все это приведет к еще большему потоку туристов. А выгоду от масштабного строительства ощутит каждый житель Головинки, подчеркнул мэр. Расскажет Инга Габешия. Проект преобразования Головинки изучали, как говорится, всем миром. Чиновники, архитекторы, ученые и, конечно же, местные жители. Концепция, отмечают разработчики, предлагает комплексное решение туристическо-рекреационного направления и не предполагает массовой застройки. Торговые точки приобретут единый облик, навязчивая торговля отступит от пляжа. Благоустроят сами набережные. На свободных земельных участках появятся спортивно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры. А вот экологичность поселка подчеркнут новым озеленением и многочисленными скверами. Один из них разобьют вокруг памятника природы Краснодарского края, гордости и святыни местных жителей – тюльпанового дерева. Этому молельному для адыгов и шапсугов месту 250 лет. Под его кроной и состоялось выездное совещание. Главная цель – выслушать и учесть мнение и пожелания старожилов. Само благоустройство, конечно, всеми приветствуется. Здесь единственный маленький нюанс есть – есть большие экскурсионные фирмы. Автобус приезжает, 50-60 человек, и экскурсовод им говорит: ходите 7 кругов по корням, вам будет счастье. Конечно, мы против такого, потому что дереву наносится вред, почва утаптывается, кислород не поступает. Об этом говорят и сами ученые, и дерево начинает сохнуть.
В итоге в плане благоустройства поселка предусмотрены и сохранные мероприятия главной достопримечательности Головинки. Вокруг тюльпанового дерева построят ограждение. К работам необходимо приступить как можно быстрее. Такую задачу поставил Анатолий Пахомов. Сегодня мы эту концепцию практически вместе с жителями утвердили. Теперь эта концепция войдет в генеральный план города и таким образом получит уже законность. Для начала надо найти инвестора. Сейчас задача – это сделать инвестиционные предложения, и на экономическом форуме, который будет в феврале этого года, эти инвестиционные предложения предложить. Появится инвестор. Инвестор спроектирует вместе с нами эти территории и приступит к ее реализации. Обновленная территория привлечет массу туристов, уверены специалисты. К слову, Головинка одной из первых получила проект преобразования. Согласно решению главы города, привлекательным для туристов должен быть не только центр Сочи, но и каждый удаленный от него уголок. Развеяли чиновники и опасения местных жителей. Создание безопасного прохода под железной дорогой, парковок, спортивно-оздоровительной зоны и скверов не превратят поселок в шумный центр. Головинка, утверждают проектировщики, по-прежнему будет спокойным поселком, только уже с красивой набережной, благоустроенным пляжем и удобным проходом к морю. Перемены по благоустройству будут заметны уже к новому купальному сезону. За эту работу решили взяться местные предприниматели. Мы видим международные курорты и в Словении, и в Черногории, и в Чехии. Да, мы понимаем, что это может быть спокойный отдых на природе. И многих людей привлекает именно такой отдых. И мы хотим видеть этот курорт именно таким. А также тех людей, которых привлекает исторический туризм, привлекает изучение народных традиций. И вот для развития такого туризма, этнотуризма, экотуризма, Головинка подходит как нельзя больше. Судя по концепции развития, Головинка превратится в уникальный круглогодичный туристический поселок с акцентом на национальный колорит. Бонусом же для местных жителей станут новая канализационная система, ливневки и тротуары. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае стартовал второй этап всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 13 по 24 ноября для получения оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков будут работать горячие линии и телефоны доверия в правоохранительных структурах, учреждениях здравоохранения и районных администрациях. Номера вы видите на экране. Также здесь готовы изучить предложения граждан по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых. Конфиденциальность гарантируется. Ежегодно фестиваль одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи» завершился. Теперь членам жюри предстоит нелегкий выбор – определить лучших. Но сделать это будет не так-то просто. Романтическое свидание на берегу Черного моря и вопрос утилизации использованных батареек. Ограничения, на какую тему снять ролик, не существует. Всего на фестиваль одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи» было представлено больше 100 работ. Из них организаторы конкурса выбрали 20 лучших. Они и прошли в полуфинал. Главная задача фестиваля, на самом деле, для того, чтобы люди смогли выразить свои чувства, свои эмоции посредством своих видеоработ. То есть рассказали о том, как они любят свой город, за что. И еще самое главное, мне кажется, вот именно в этом году в нашем фестивале, это выразить свою любовь к нашему городу. А вот кому достанется главный приз, решит жюри. В его состав вошли организаторы фестиваля, представители молодежного комитета, общественные деятели. После просмотра короткометражек члены жюри долго не могли прийти к единому мнению. По итогам бурной дискуссии было определено 6 номинаций. Поразило то, что погружаешься в атмосферу того, что сняли участники, виды нашего красивого города. И немаловажно то, что ребята еще задействовали и социальную тему, и призвали жителей сохранять эту красоту и чистоту вокруг себя. Итоги фестиваля одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи» подведут 18 ноября, в День города. Победители получат ценные подарки, а их короткометражки покажут в городских кинотеатрах. Лучшие последователи хартии «Я люблю Сочи» активно готовятся ко Дню города. В 15-й гимназии, признанной по итогам конкурса самым культурным учреждением, продемонстрировали знания литературы, а также провели акцию «Подари добро». В танцевальном зале 15-й гимназии полным ходом идет репетиция. Пока младшие классы оттачивают свой танец у зеркал, старшеклассники уже на сцене демонстрируют бал во владениях Капулетти. В Вероне, говорят, примером истинного благородства. Развеселись и больше лба не боль.
Данное президентом поручение к обязательному прочтению и осмыслению списка национальных книг 15-я гимназия выполняет зрелищным и интересным для учеников способом. Каждый класс выбирает одно из 100 литературных произведений и ставит небольшую сценку. Это увлекает как исполнителей ролей, так и зрителей. Заканчивается фрагмент на самом интересном месте. Если вы хотите узнать, что было дальше, посетите библиотеку гимназии номер 15. К сожалению, сегодняшние дети у нас погружены в гаджеты. И нам бы хотелось поднять культуру чтения и привлечь детей к печатному слову. К печатному слову через свой театральный фестиваль 15-я гимназия привлекает детей с 1 класса. Так они учатся не только читать и вникать в смысл произведения, но и обучаются актерскому мастерству. Привлекаются и родители. Помогали шить костюмы, гримировать детей, выступать на сцене. Таким сплоченным трудом 15-я гимназия добилась звания самого культурного учреждения и стала лучшим последователем хартии «Я люблю Сочи». Наряду с этим педагоги и ученики активно принимают участие во всех мероприятиях города. Так, во Всемирный день доброты здесь прошла акция «Подари добро». В этот день мы подводим итоги своих добрых дел. А добрых дел у нас это не только слова, а это в первую очередь поступки. В этом году Владимир Владимирович Путин объявил годом экологии. И в рамках года экологии мы решили начать с экологии своей собственной души. Поэтому мы маленькими шажочками, маленькими добрыми делами делаем этот мир добрее. Все добрые дела, выполненные гимназистами, зафиксированы на большом ватмане. Это уборка пляжей, высадка цветов и деревьев, а также сбор макулатуры. Во дворе школы даже появился специальный контейнер для сбора бумаги. Также ученики собрали десятки книг для передачи в медицинские стационары и показали, что сделать добро несложно, нужно лишь захотеть. Кстати, подобные акции прошли во всех учреждениях культуры города. Библиотеки, школы, дома культуры организовывали выставки и различные постановки. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочинский госуниверситет вышел в финал краевого конкурса. За звание «Лучшая студенческая организация» борются 4 региональных вуза. Сочи представляет опорный университет Краснодарского края в комплекте объединенного совета которого целых 18 студенческих организаций. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Танцевальным флешмобом студенты Сочинского государственного университета приветствовали краевую комиссию, в составе которой эксперты Краевого центра молодежных инициатив. Они оценивали организацию работы студенческого совета и презентации каждой студенческой организации. Всего их в вузе 18. От студенческих советов всех факультетов, студенческого совета всего университета, который занимается мероприятиями университетскими, это студенческий спортивный клуб, который уже входит в ассоциацию спортивных клубов России, это уже федеральная ассоциация, волонтерский центр, который он известен на весь город Сочи, лучший волонтерский центр в городе, первичная профсоюзная организация, студенческие трудовые отряды, студенческое научное общество, ДОСАФ, первичное отделение ДОСАФ СГУ, военно-патриотический клуб, то есть абсолютно все направления. Высокий уровень студенческого самоуправления Сочинский госуниверситет уже доказывал. 2 года назад его студенческая организация была признана лучшей в крае. Теперь важно поддержать эту планку и вырвать победу у 3 других университетов. Сочинский государственный университет, мы с вами знаем, что и они принимали участие в организации Олимпийских игр, Паралимпийских, да, Кубок Конфедерации. Также студенты принимают участие, я так понимаю, в фестивале, да, молодежи, который проходил недавно в качестве волонтеров. То есть здесь ребята очень активные. Финальный этап краевого конкурса продолжается. И какую в итоге оценку экспертов получат предприимчивые и позитивные студенты Сочинского госуниверситета станет известно в декабре. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.